Швейцария обиделась на Евросоюз. Там считают, что пали жертвой дискриминации со стороны Брюсселя. Президент страны грозит выяснить отношения с ЕС на референдуме. Что рассорило Берн и Брюссель и чем это грозит в материале нашего субкора Светланы Чернецкой. Разногласия между Швейцарией и Евросоюзом обострились из-за Брексита. Швейцария никогда не была членом ЕС и с самого начала сотрудничает с Брюсселем на особых условиях. Но на фоне Брексита ЕС решил изменить более сотни двусторонних соглашений с Берном. Последней каплей стал очередной европейский запрет. ЕС ограничил доступ к своему рынку швейцарским фондовым биржам. Это вызвало негодование президента страны Дорис Лойтхарт. Она обвиняет Брюссель в дискриминации. Тем более, что накануне Берн согласился увеличить свой вклад в бюджет ЕС. Лойтхарт заявила о готовности организовать референдум об отношениях с Евросоюзом, чтобы народ Швейцарии решил, хочет ли он дальнейшего сближения с европейским блоком или же готов терпеть некие неудобства, но оставить нейтралитет. Берну очень важна торговля с ЕС. 80% товарооборота Швейцарии приходится на европейские государства. Швейцария никогда не входила ни в какие блоки. И очень часто важнейшие вопросы о будущем страны решают сами швейцарцы на референдумах. Как это было об отказе от вступления в ЕС в 92-м или же присоединением к Шенгенскому договору в 2005-м. Так что очень вероятно, что в ближайшее время в Швейцарии проведут очередной референдум об отношениях с Европейским Союзом. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.